видите эту вывеску. Что это значит? Это значит, что мы с Олегом пришли на шоу «Фантазия». Долгожданное шоу, которое славится своим размахом, своими изысками. Здесь невероятная красота, посмотрите на весь антураж. И это только вход. Типичный такой для Таиланда ландшафт. Интересные формы скал, камней, кругом много зелени. Посмотрите, какие красавчики здесь плавают. Какая бы была рыбалка. Жирненькие такие, упитанные, спокойные. Откормленные на казенных харчах. Заходим на территорию. Вот проверка. Симпатичная дайка. Их здесь много. Окей. Мы прошли таможенный контроль. Капун-кап. Заходим на территорию. Сейчас начнется развлекуха. Олежа, ты готов? Да. Как пионер. Just say always ready, man. You know I'm saying? Of course. Man. Уникальный парк фэнтези создавался как первый в мире центр по распространению тайской культуры. Название можно перевести как «Море фантазий». Отсюда лично для меня начинается Азия. Я очень долго ждал вот именно такой атмосферы. Сейчас стало еще немножко темно. Меньше видно, но на самом деле еще более красиво, чем когда было светло днем. Вот с Олегом гуляем, смотрим на все происходящее. Очень все красиво оформлено в азиатском стиле. Огромный развлекательный комплекс включает много магазинов, сувенирных лавок и ремесленных мастерских, где самое центральное место отведено Дворцу слонов. А рядом на площади стоят погонщики слонов, и за небольшую плату можно прокатиться и почувствовать себя знатным сиамским королем. Здесь их кормят, и они очень благодарны людям за это. Погладили их по хоботу, по ощущениям очень... Напоминает махровый ковер. Забавные животные, такие большие глубокие глаза. Сюжет представления основан на легендах Сиама, путешествиях принца Камала в поисках счастливой земли и его борьба за возлюбленную обычную крестьянскую девушку. Перед шоу все записывающие устройства сдаются, с ними просто не пропускают, пугая большими штрафами. Делается это для сохранения интриги и безопасности животных, которые могут испугаться вспышки. Очень чистый и приятный воздух заслуживает отдельного внимания, но, к сожалению, на словах я это не могу передать. Вообще в Таиланде на самом деле очень свежий, насыщенный такой воздух, богатый кислородом. Вот еда для слонов 80 бат, китайцы. Индийцы, кого только тут нет, наши соотечественники, периодически возникают европейцы, подкармливают вот этих вот здоровых детин. Вот один из них прямо сейчас кушает, с большим удовольствием направляет лакомство себе в рот. Хобот у него как руки. Вот такой вот зайка. Это мило. Руки пошли мыть. В смысле, почему? После этого.
Гуляем по территории. Только посмотрите, какая красота. Просто неописуемая. Все в древней архитектуре. По золоте. Богато. Красиво. Кто бы мог подумать, что это всего лишь буфет. Похоже на какую-то королевскую резиденцию. Ну, и мы сейчас туда пойдем. Устраивать пир живота. Шведский стол Golden Kinnery занесен в Книгу рекордов Гиннесса и считается самым большим шведским столом в мире на 4000 посадочных мест. Название Golden Kinnery обозначает мифологическое существо в виде полуженщины-полуптицы. Здесь размножается еда. Мест на не одну тысячу людей. Это же очень забавно, необычно. Ну что, где наше место? Мы находимся на шведском столе фантазии. Это один из самых больших шведских столов в мире. Очень разнообразная кухня. Посмотрите, что мы набрали. Это наш первый заход. Дальше будет больше, если мы выдержим. Много мяса. Много всяких приправ. Да. Пространство на тарелке напрасно не расходуем. Посмотрите только. Неограниченное число подходов. Чувствую, мы объедимся, и нам уже будет не до шоу. Как супчик? Слушай, суп замечательный. Я обожаю крем-супы. Очень нежный, изящный такой, насыщенный. Я думаю, я пойду за добавкой. Угу. Вот такие еще здесь десерты были. Вот такие всякие шарики. Это я еще много чего не взял. Уже ананасом наелся в отеле. Что я еще не стал брать? Всего, в общем, по одному экземплярчику взял. Хочу попробовать. Два арбуза. Не бери. Ну, арбузик я люблю. Арбузик я могу есть. Арбузик я могу есть много. А вот ананасик уже поднадоел. Понимаешь? А я вот на папайю подналегаю. Мы только что вышли с шоу-программы. На самом деле, очень клево все произошло. Была очень насыщенная программа. Очень разнообразные костюмы, всякие фокусы. Гарри Гудини отдыхает. Сюжет был, то есть не просто набор каких-то хаотических движений, а была какая-то предыстория, связанная с историей Таиланда. Был задействован весь зал, фактически весь зал был сценой, не только передняя его часть. С боков, спереди, где-то сзади входили слоны, прыгали животные. Очень много было всяких животных там, курочек, козочек, слоников, тигров, петушков, какие-то мулы были. Потом со сцены еще шел дождь, очень было прикольно, когда мы сидели на втором ряду и на нас просто капали капельки.
очень освежает. Полное проникновение в историю Таиланда. Обязательно нужно посетить, очень интересно, разнообразно. Атмосфера, конечно, классная. Где-то на центральных улицах такого, конечно, не увидишь. Вся история здесь. Очень много было неожиданностей. И слева, и справа, и сверху акробаты были. Сзади кто-то выбегал. Постоянный интерактив. Брали из зала прямо людей, показывали различные фокусы. Очень понравился упор на слонов. Я влюбился в этих животных. Очень милые были моменты, где они там держались друг за другом, за хвостик, шли гуськом. Было очень забавно. Доброта от них так и веет. Что могу сказать про актеров? Актеры выкладывались от всей души. Постоянно старались сделать так, чтобы поддержать настроение в зале различными способами. Разбрасывались шарами, цветками, различные спецэффекты. Там не было скучно никому, ни актерам, ни зрителям. Также что еще могу сказать? Там выбегал тигр. Вот, обожаю тигров, и для меня это был как особый такой подарок. Пообщались с людьми, очень много различных национальностей, это тоже на самом всех деле раз. Да, всех раз очень было забавно смотреть на лица, просто такой коктейль, просто нет слов. It's amazing, it's incredible, it's awesome. Fantastic, просто. It's absolutely guarantee good mood, yeah. Good vibe. Yes. Очень большая была концентрация слонов, то есть я уже не видел слонов лет, наверное, 15. И тут на одной сцене сразу их было, ну не знаю, 14, наверное, или 15. Если не больше. Всех мастей, от малышей до уже таких альфа-слонов, крупных, здоровых. Было забавно смотреть на них, они точно так же волнуются, точно так же переживают, когда выступают. Один даже обкакался. Да. И на самом деле шоу клевое, всем советуем. Приходите, не пожалеете. Это фантастика! Хочется добавить, что тайский театр-цирк поражает своим богатством и яркостью. Этнические костюмы, декорации, спецэффекты, огонь и дождь на сцене, петарды, иллюзионисты, клоуны, воздушные гимнасты, как в цирке Дю Солей, и многое-многое другое. Цены самые разные, в зависимости от уровня места, наличия ужина и трансфера. Мы покупали билеты за 1750 бат с ужином, шоу-программой, трансферами. Цена просто замечательная. Спрашивайте, поделюсь контактами. Капун кап. Пиванис пушистый. Yeah.